Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Пита. В прошлой серии мы погнали тусоваться на фермах. Я нахожусь сейчас примерно вот здесь, да. В этой серии я продолжу их лутать, потому что, ну, рюкзак должен быть полный. Это как минимум. То, кстати, здесь есть, вот смотрите, пропанчик есть. Я его, пожалуй, вытащу. Мне он, в принципе-то, и пригодится. Давай коробочку апельсинового сока бахнем. И давай что-то еще такого надкусим. Чего-нибудь такого. Баргарин, например. Чтоб хотя бы остановить вес. И сишку можно было бы покурить. Да. Так, что у нас есть в машине интересного? Разводной ключ. Нет, спасибо. Не нужно. Нам такого добра не надо. Здравствуйте. Тут не было неожиданно, кстати. Здесь, скорее всего, не будет ничего, потому что, ну, молоток с круглым пайком. Нет, спасибо, не надо мне он. У меня уже есть молоточек. Так, это местечко можно пометить. Тоже залутанное. Пошли посмотрим три домика. Там снизу есть. Вот, раз, два и три. Событий никаких, к сожалению, не заспавнилось. Хотя, скорее всего, вот здесь оно заспавнилось. Либо же это просто когда вылазили. Да. Это когда вылазили зомби. Откусили эту штуку. Так, здесь ничего. Здесь больше ничего. Залутаем эти домики, я думаю, что мы максимально быстро. Потому что зомби еще здесь оттянуло. Так. Пусто. А пульт от телевизора заберу. Вот, кстати, журнальчик давай почитаем тоже. Заберем с собой. Хотя... Хотя нужно ли? Так, футболка ТИС. Понятно. Подожди-ка, а у меня стройки второй-то и не было. Стройку вторую я и не нашел. Так, на кухне у нас пусто. Кроме кастрюльки с водой здесь ничего больше нет. Ну и третий домик. Сейчас заберем и побежим дальше. Дальше побежим. Что у нас здесь есть интересного? Вот я вижу уже, кстати, консерву. Подожди, черный офисный стул. Ё-моё, я с черным офисным стулом бегаю. А тот стул, который... Да, давай его здесь оставим. Как тактическая табуретка, он, кстати, так себе подходит на самом деле. А консервный нож, у меня его не было, что ли, с начала игры? Ладно. Очень хорошо, что мы его тогда в таком случае нашли. Здесь ничего. Здесь зомбуча. И здесь пивко и сишки есть. Очень хорошо. Кстати, у меня закончилось место. Закончилось место, причем полностью. Давай броник на себя пока накинем, чтобы место освободить. Это забираем. Зимние штаны мне не нужны. Я буду в этих ходить. Так, и фермерство третье. У меня оно есть. Ладненько, делаем пометочки. Делаем пометочки. Здесь, кстати, можно напрямки побежать к моему дому. Минуя зомбей, давай по-быстренькому это и сделаем. Довольно быстро получилось. Так, так. Так, ну у меня тут по категориям все как бы рассортировано. А почему у меня... Хотя, в принципе, хз. Вроде бы все-таки должно быть. Так, первым делом, что мы сейчас сделаем, мы пойдем отнесем журнальчики и всякую подобную другую шляпу. Если они у меня, конечно, есть. Ну да, у меня один журнал, тут руководство вот одно. А все остальное я, наверное, дропну здесь. Мне оно не нужно, вот только энергетика ставлю, вот этот. Чипсы прям сейчас съем и выкладывай куда-нибудь. Да, пускай вот здесь лежит. Вон здесь лежит, пускай. И вот здесь пускай тоже лежит в том числе. Так, может быть, кстати, с пола пособираю тоже. Куда-нибудь вот так вот попрятать. Было бы, наверное, неплохо. Вот так. Вот так. Ну и, в принципе-то, и все. Единственное, что... Вот это... То, что на полу лежит еще, может быть, куда-то... Влезет вот так... Плюс вот так. Да, ну так, так более-менее выглядит. Хорошо. Побежали мы, наверное, сейчас вот сюда.
Да, наверное, вот сюда мы сейчас и побежим. Погнали. Здравствуйте. Здравствуйте, фасойчики. У вас есть что-то в инвентаре интересное или нет? Скорее всего, нет. А тут бечевка есть одна. Бечевка и отвертка. Такое. Такое на самом деле. Еще раз. Еще раз. Ты что, офигел? Пластырь забирай. Карта Лусвиля мне не нужна. Все, бежим дальше. Фига себе, с четвертого раза только взломал. Так, прибежали. Мы прибежали, прибежали. Биту в руки. Залезай. Так, что есть внутри? Смалец есть, отлично. Несчастье плюс 30, к сожалению, дает. Но я его пока что возьму, а как найду книжку, именно обычную красненькую книжку, тогда можно будет... О, кстати, миска. Миска, 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 ее сразу же в избранное, пускай она все время на постоянке теперь лежит у меня в инвентаре. Вот это, кстати, инструменты кухонные. Точнее, не инструменты, а принадлежности кухонные возьмем с собой. Так, вот книжка, отлично. Значит, едим смалец. Ешь смалец. Читай книжку. Вот и хорошо. Вот и ладушки, вот и прекрасненько. Так, это что? А, это для... Для ловушек, трэппинг. А, ну это звероловство получается. Ну, я не буду, наверное, читать. Найдем книжку тогда. Ну, книжку, чтобы забустить навык, тогда и прочитаем. Сейчас пока не вижу смысла никакого в этом всем деле, действия. Так, Г-образный ключик и газета. Газету забирай. Забирай, забирай. Так, здесь мы закончили. Закрываем и пошли выше. Там два домика есть. Там обычно мне везло раньше. Повезет ли сейчас? Вопрос хороший. Ну, надеюсь, что да. Как минимум на зомбей повезло, я там вижу пистолет. Так, ящик инструментов пустой. Пистолет. Так, ключ от хаты. Так. Передернуть затвор и давай пистолет в кобуру. Для хранения. Так, обе руки. Найс. Так, больше ничего интересного, да? На кухне. О, солонина есть. Отлично, открываю ее, съедим. Чтобы поднабрать калорий. Хотя нам и не нужно. Значит, съедим чуть попозже. Нам нужно до 80 килограмм вес добрать снова. Так, и здесь. Здесь нитки будут? Будут? Не будет, нифига. Ножницы вот есть. И длинные носки. Но нам оно ни к чему. Нам оно ни к чему. Побежали дальше. Вот, в этом домике будет что-то интересное. Там внутри есть зомбучи. Хотя нет, наверное, открывать не буду. Так, двери закрыты. Открывай. Залезай. И давай теперь смотреть. Где? Ага. Это ж еще не все, я уверен. Или все. Обязательно проверим. Так, газовый ключ не нужен. Обезболычи. Да забирай, наверное. Да пригодятся. Так, fast reloading. Ну, это можно, кстати, читать сразу же на перезарядку книжки. Потому что все равно как бы... Хотя можно было бы оставить до 5 уровня, когда там обрежет мне пусты. Ну ладно, уже что сделано, то сделано. Радио разбирай. Не знаю, зач пусть будет. Менсери второй у меня тоже есть. Эту шляпу разбирай. Так, кухню я посмотрел, по-моему, еще нет. Прихватка. Блин, что-то игра вообще не радует по луту. Вот прям вообще от слова совсем не радует. И в ящиках этих пусто. Гадость. Так, здесь ничего не будет. Сюда мы еще сбегаем. Сейчас сначала в сарайчик забежим. И там уже посмотрим. А там уже посмотрим.
Открывай. Перелезай. Угольный мангал нам не нужен. Респиратор. Понятно. Все понятно, все ясно. Здесь монтировка, отлично. Перевыберу ее. Биту пока похороним в инвентаре. Ну, в рюкзаке, я имею в виду, так. Ее тоже в избранное добавлять. На тот случай, чтобы не выбросить. Садовый совок, садовый секач. Бери садовый совок, хоть и всратый, вшатанный, но тоже возьмем. Потому что вещь хорошая, необходимая. Так, сюда, наверное, заходить даже смысла нет. Вообще никакого. Все, здесь можно помечать тоже. И побежали мы вот теперь вот сюда. Так, стоять. Так, он испугался еще как раз. Вообще в тайминг. Шиномонтажный насос. А ничего нет. Так, а здесь? Пчелычи эти. Ух, нифига себе тут сидишек. Журнал горящей цыпы, но это мне. Сидишку, кстати, не помню. Я вроде бы... Так, ее в избранное добавил. Давай добавим. Фига себе, там сидишек нашли. PLOB, Black Bee Nest. Это вообще, я даже не знаю, для чего это. Это, наверное, цветок какой-то. Подожди, давай поставим. А, это обычный цветок. Нет, нам такого не надо. А PLOB это... Скорее всего, что-то нужное. Хотя тоже не уверен. ХЗ. Так, сишку кури. Вечно эти твои напряжухи уже наедают. Так, вот он домик. Здесь мы, кстати, и заночуем в этом домике. Сейчас только в сарайчик сходим. Мачете, стеклорез. Стеклорез где-то используется? Сделать лабу... Да, да, кстати. Да, используется. Забирай. Мачете бери. А садовый серп вшатанный не нужен. Лампочка не нужна. Слушай, хороший сарайчик. Я остался доволен. Перелезай. Закрывай, закрывай. Бантик. В доме никого, да? В доме никого, даже еды нет. Лист бумаги. Он где-то ж используется. Ага, написать молитву, да. Молитва священника. Нет, спасибо. Это, кстати, должен быть... Это должен быть этот... профессия священника. Для того, чтобы можно было молитву написать. Так, время 21:40. Давай, наверное, подмотаем чуть-чуть время. Съедим вон солонину. Пустую консервную банку выбрасывай. И давай ложиться спать. Спокойной ночи. Хоть и проснемся мы среди ночи... Я к этому готов. А нет, кстати, нормально. Кстати, прям вполне себе пойдет. Нормально поспал. Так, это закрываем. И что тут вообще по фермам осталось? Ну, тут еще до хрена лута на самом деле бегать. Так что побежали. Так, это что-то еще какая-то машинка. Модовая. Так, вскрывай ее. Вскрывай, говорю. Чистящий набор для аккумуляторов. Стеклянные панельки. О, здрасте. И что там еще было? Короче, не, это я заберу. Это стекла чинить штуки. Вскрывай давай. Так, клей для стекла, журнал работы со стеклом. Сделать маленькую стеклянную панель или большую стеклянную панель? Отлично, плюс новые знания у нас теперь есть. Подожди, где там зомби? Сзади? Откуда ж ты взялась тут? Откуда ж ты здесь только взялась? А, вот они. Вот он. Иди сюда, жижа. Это часы отдай свои вот эти. Они тебе уже ни к чему, тем более. Так, побежали дальше. Так, здрасте, зомби. Здрасте, здрасте.
давай-ка сюда. Отлично. Часики разбираю. О, трое часиков. Трое часиков, а в инвентаре у вас ничего интересного. Так и буду я, наверное, ходить и сигареты искать вот так вот в зомбях. И вряд ли найду еще где-то их. Что-то у меня есть какое-то такое ощущение. Домкрат, не помню, был у меня или нет, я возьму. Лучше я возьму лишний, чем потом, как в сезоне рыжего, буду бегать несколько серий искать. Хотя казалось бы, да? Так, бейсболочка. Вот, кстати, пару сижек еще нашли. Пиво, чипсики, пластиковые стаканчики забирай. Так, тут ничего. Веревка. Веревка где-то используется, это я точно помню. Так что возьмем. Так, здесь ничего не заспавнилось. На кухне, походу, тоже. Ну, все. Все получается, с этим домиком тоже все. А сюда не побегу, тут курятник и сарай, там ничего не будет. Побежим на стройку сейчас. Побежим на стройку недалеко от дома Джона. Так, ну что, что здесь есть интересного, полезного? Чувак, у тебя должны уже по нишке пройти, уже не должны они быть так часто. Так, мешок цемента, хорошо, это мы возьмем, потому что это будет использоваться. Рано или поздно где-то. Так, где-то тут зомби еще тусуется. Только он, по-моему, заблудился, жижа. Да, он заблудился. Хорошо. С этим разобрались. А здесь, наверное, больше смотреть-то и нечего. Да, так оно и есть. Что, здесь бетон не надо мешать в этом бетономешалке? Шо-шо стоять? Двери. Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Ага. 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 Все, я понял, что это за мод. Это мы поняли. Я что-то не обращал внимания на эти продвинутые постройки. Тут, короче, чтобы вы понимали... Подожди, здесь есть продвинутая рама? Нет, это мне не нужно, эти продвинутые рамы. Калитка из тростника, wooden doors. Это двери можно разные крафтить. Это все, конечно, все круто и интересно. Да, есть здесь заборчики. Да, и здесь есть вот эти заборчики фэнс и фэнс-пост. Да. Ставить малярная кисть. А еще малярная кисть нужна. И краска будет белая нужна. Мы будем делать красиво. Мы будем строить красивые заборы в будущем. А не вот эту деревянную шляпу, которую нам дали разрабы. Типа, мол, ну вот, пожалуйста, стройте. Вот, вот эту вот хрень. Зачем, если можно сделать прям красиво? Так. Ничего нет. Как жаль, да? Так, здесь еда могла бы быть, если бы я сюда пришел бы в самом начале. Тут, видите, уже арбузы, да и те испорченные. Чикписит. Я даже не знаю, что это. Пачка семян табака. А, это прям так можно прочитать? Перец халапеньо. Прям так можно, я не знал. Подожди, читать инструкцию. Соучик пикс. Я даже не знаю, что это такое. Слушай, хорошо, что прям написано здесь. Так, в полке, в полке. Слушай, надо будет это дело перепроверить. То, что табак можно выращивать, это вообще прям хорошо. Прям кайф. Может быть, там есть какой-то крафтик. Подожди, искать везде. Так. Вынуть семена табака. И сложить семена табака. Ну, видимо... Подожди, сигарету, может быть. Ставить сигарету в мундштук.
Сложить сигареты в пачку, разобрать домашнюю сигнализацию. Понятно. Короче, разберемся. Табак, когда вырастет, может, может там сразу сигареты будут выпадать в этот в инвентарь вместо урожая. Было бы забавно. Так, хорошо. Забавно-то забавно. Эти дела мы посмотрели. Можно вот сюда, кстати, сбегать. Да. Да-да-да. Долутать, так скажем. Что у меня, кстати, там по месту? Еще на 14 килограмм с половиной есть. Практически. Очень надеюсь на нахождение всяких там гвоздей. Понимаете, вот это вот все мне нужно. Ну и книжки, естественно, тоже. Куда без них. Книжки прям очень сильно нужны. И желательно, чем больше, тем лучше. Так, это сгоревшая кибитка. Подожди, а почему она сгоревшая? Вот эта вот кибитка, она разве была сгоревшей? По всей видимости, да? Так, о, там родненький с этим. С противогазом. Это очень хорошо, чувак. Что я его нашел так рано. Вот этот противогаз мне твой очень сильно пригодится. В случаях какой-то резни жесткой. Кроссовки могу тебе, кстати, оставить здесь. Противогаз в избранное добавляй. Угу. А двери все еще закрыты. Ну вот поэтому, кстати, пожарные не смогли ничего сделать. Что двери были закрыты. Здрасте. И у этого тоже противогаз. Возьмем. Так, в доме в самом что-то вообще хоть осталось? Обычно в сгоревших хатах бывает такое, что лута можно прям вкусного найти. Крайне редко, но вот бывает. Противень есть, кстати, у меня его и не было. И крекеры. Крекеры мы прям сейчас съедим. Сишку давай покурим. Кстати, я эти антидепрессанты, походу, выложил. Они мне прям пригодились бы сейчас. Ну ладно, пошли еще второй этаж, посмотрим. Ля, какой шкаф. Сгоревшая кровать. В ванной там что-то. Я могу перелезть? Да, могу. Так, ничего здесь нет. Здесь могу перелезть? Могу. Ну, походу, здесь больше ничего меня не ждет. Подушка вон есть. Куски кроватей. Ну, кстати, тут воды можно набрать. Воды набрать, да и умыться тоже. Интересно, да? Кусок ванны сгорело. Так, выходим. И здесь, в принципе, ставим крестики. И сейчас еще в этот сарайчик забегу сразу же. Посмотрим, что там. Вот тут генератор, металлолом, угольный мангал. Угу. Хорошо, угу. Принял. Смотрим дальше. Вскрыть. Вскрывай, вскрывай. О, там зонд 2 стоит. Стоит и молчит, самое главное. Чё молчишь? Очень зря молчишь. Так, стаканчик. Бери. Ластик. Нахрена на кухне ластик лежит? Порой зомбоид удивляет. Нейлоновые штаны. Так, тут я посмотрел, осталась вот эта вот комнатка. Ручка черная. Ладно. Так, тут ставь крестик, тут тоже ставь крестик. Сейчас мы там пойдем залутаем сразу местечко это. Губи руки. Так, и, наверное, надо подкрафчивать эти. Подкрафчивать салаты, если будет возможность. Хоть какие-никакие. Так, энциклопедия семян. Можно распределить семена с помощью этой книги. А, это вот эта самая энциклопедия, которая... С помощью которой можно будет разобрать, что за семена вот эти неизвестные, которые в карманах нашел. Слушайте, неплохо прям. Прям неплохая находочка. И вот это, кстати, тоже неплохая находочка. Читай сразу.
Так, тут мы посмотрели. Давай здесь сейчас ставь тоже пометку, потому что там здание, в принципе, пустое. Посмотрим здесь. Может, что-то заспавнилось в почтовых ящиках. Нифига. И побежали. А здесь? И здесь нифига. В машине. В машине нифига. Вот что значит чрезвычайно мало лута. Ты находишь ничего. Вообще. Первым делом давай в сарайку заскочим. А, открыто даже оказалось. Отлично. Очень редко, когда мне везет, когда этот сарай открытый остается. Так, ни хрена нет. Здесь ничего. Подожди, это вино какое-то. А, нифига себе. И бурбончик здесь есть, и красное вино. Вот это мы будем кулинарные шедевры, конечно, крафтить в будущем. Так, ничего нет. Сиди, лунное безумие. А у меня уже есть такая сиди, да-да. Я много нашел в машине той. Так, здесь тоже ничего интересного. Окей. Получается тут и тут ставим крестик и погнали к следующему домику. Так, а ну-ка, ага, там жижа есть. Давай тогда вскроем. Залазим. Проверим тут. Проверим тут. Ластик, кстати, а у меня есть ластик или нет? Ну, был ли? Да, есть. Кроссворды забирай. Голова два уха, чё нападаешь? Так, овощная смесь испорченная. Кастрюлька у меня была уже, это я помню. Так, баночку газировки. Забирай. Там, кстати, еще зомбя где-то шипит. Я не совсем могу разобрать, где именно. Мы ее найдем. Скорее всего, сверху. Скорее всего, что сверху. Так, бритву забирай. Так, белые электронные часы. О, кстати, их же можно разобрать. Тумбочки, ничего. Здесь тоже ничего. Тут что ли? Или где? Где он исполняет, там сидит? А-а-а. В ванной сныкался жижа. Понятно. Все с тобой понятно. Чемодан. Ammo Maker Reloaded. Подожди, разобрать чемодан? Подожди. Подожди. И что мне это даст? Маленький лист металла? Класс. Ну ладно. Я в принципе не против. Разобрали и разобрали. Все равно такой себе контейнер. Я так понимаю, относящийся к этому. Это что? Empty bag of concrete powder. Чего? Это пустой мешок из-под цемента? Скорее всего, что да. Хоть я и не уверен. Так, АФК удобрения обязательно забираем. Табак будем выращивать, ведь будем. Так, хорошо, здесь разобрались, здесь разобрались. Ну и можно, получается, по дороге пробежать. Вот этой вот. Посмотреть, может быть, машины еще где-то подспавнились. И плюс ко всему, посмотреть еще тот домик последний, который работяги из Беларуси. Был такой, помните, да? Недолго, правда, но был. Опа. Вот это, кстати, неплохое событие. Давайте, чуваки, вы тут, я смотрю, оружие мне принесли. Кто вы идете вообще? И тут, кстати, кучу можно не крафтить. Тихо.
Хорошо. Так, ключ от тачки. Еще ключ от тачки. Револьвер бери. Фонарик. А почему нельзя фонарик повесить на ячейку рюкзака? Что за хрень? Разбирай его тогда. Так, дробовик. Забирай, естественно. Броник. Ну, давай возьмем для коллекции. Еще один такой. Кстати, мы, скорее всего, сейчас домой побежим. Так, револьвер, естественно, тоже надо взять. Давай в кобуру. У тебя двойная кобура, мне она ни к чему вообще. Так, 9-миллиметровки, отлично. Аптечка первой помощи. Мы потом скрафтим карабинчик и повесим вот такую аптечку на рюкзак себе. Так, две карты Луисвилля. Раз, два. Таких я еще не видел. Разбирай. Бинтик можно сюда было бы закинуть. Батарейку не целую сюда. Лампочки. Вот, вот эту, кстати, хрень. Вот давай выкинем. Это выкинем. Гражданский броник уже не влазит, да? Хорошо. Не влазим, так не влазим. Хотя аптечка первой помощи вон килограмм весит всего лишь. Можно спиртовые салфетки выложить. Аптечку закинуть вот сюда. А там потом разберемся чуть попозже. Так, время уже спать. Подходит. Ремень для оружия. Вот это топовая находка, кстати. Кто бы мне что ни говорил. Это топовейшая находка. Только надо будет с рюкзака все поперевешивать. Сделать более аккуратно, красиво все, чтобы вот этот был не на 17, а... Я ж не могу перетаскивать, нет, не могу. Не на 17, а на пятерке, чтобы было. Вот этот слот. Так, броник давай сюда. И спиртовые салфетки тоже сюда. Ой, еще 9-миллиметровки, отлично. Это, кстати, разбирай тоже вон. Оно нам все ни к чему. Пока что. Пока что ни к чему. Алюминиевую фольгу тоже выкладывай. Так, ну и к работяге мы уже забежим в следующей серии. Вам большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.